Здравствуйте, я инженер компании «Юзергейт», и сегодня мы поговорим про работу с БГП в отказоустойчивом кластере на базе «Юзергейт» UTM-5.0. Так, предположим, у нас есть два узла, первый и второй, объединенные в кластер конфигурации. Каждый из узлов подключен к двум провайдерам. То есть это провайдер 1, провайдер 2. Такая перекрестная структура. Соответственно, локальная сеть. Парочка клиентов, для примера. На каждом из провайдеров поднят БГП. То есть это автономная система 100. Здесь БГП. Автономная система 200. Для примера. И оба узла принадлежат третьей автономной системе. Автономная система 300. Задача опубликовать через БГП в UTM маршрут к локальной сети. Так, здесь поднят VRRP. Со стороны локальной сети в режиме, первый рассматриваем режим Active Backup. Со стороны локальной сети вешается виртуальный IP-адрес. Первый узел, допустим, становится мастером, второй – бэкапом. Для того, чтобы маршрут по локальную сеть был доступен на маршрутизаторах провайдера, в режиме Active Backup нам понадобится еще один виртуальный IP-адрес – VIP-2. Мы его вешаем со стороны зоны Untrusted. И на каждом из UTM-ов создаем дополнительно по 2 roadmap, по каждой на провайдера. В первой roadmap мы говорим, что маршрут в локальную сеть UTM идет через next hop VIP-2. Дополнительно вешаем еще VIP-3, это относится ко второму провайдеру. Во второй говорим, что маршрут VLAN идет через next hop VIP-3. То есть задача этой манипуляции в том, чтобы объявить маршрут в локальную сеть за UTM через соответствующий виртуальный адрес. К первому провайдеру VIP-2, ко второму провайдеру VIP-3. Трафик пользователя всегда идет через ведущий узел. Обратный маршрут со стороны провайдера всегда идет через виртуальный адрес. Если узел меняет свое состояние, то есть, допустим, они поменялись местами, это стал ведущим узлом, это стало бэкапом, маршрут на вышестоящих БГП-маршрутизаторах не меняется. Изменяется за счет GAT-протокола, когда узел становится ведущим. Он сообщает о том, что изменился MAC-адрес виртуального IP-шника. То есть изменяется фактически запись в кэше вышестоящего маршрутизатора. Так работает BGP в режиме Active Backup. Ну, на этом, наверное, собственно, все. Спасибо.